Про базовый гардероб, о котором так часто говорят стилисты, наверняка слышали многие девушки. А вот как эту идею можно было реализовать на практике, лучше всего знают профессионалы. Стилист Маргарита Серашова уже не первый год сотрудничает с проектом «Рождённая побеждать». На этот раз она выступила в качестве автора мастер-класса. Сегодняшний мастер-класс он пройдет в виде диалога. Диалога вопросов-ответов, ну и, соответственно, рассказа о том, что такое базовый гардероб именно для девушек с инвалидностью, какой он должен быть и как создавать свой собственный стиль, основываясь на каких знаниях. Каждым годом меняется стиль, мода, и хотелось бы узнать, что новое вообще происходит в этом мире. Большинство современных девушек часто выбирают темные неброские вещи, полагая, что именно это универсально и практично. Однако стилисты все же настаивают, что в образе обязательно должны быть яркие акценты. Я такой даже и не пробовала на себе, не одевала. У меня свой стиль, более держанный, более строгий. По настроению. Когда настроение веселое, хочется такой разлетайка, что-нибудь такое одеть. А если что-то серьезное, то уже посерьезнее одежда. Как бы обтягиваешь себя, более плотную одежду одеваешь. Вот такое вот. Одежда должна быть прежде всего удобная, дышащая и легко одеваться. То есть очень комфортная, легко не мнущаяся, чтобы девушкам было комфортно, ну и уверенно, чтобы они себя чувствовали, потому что каждая девушка хочет быть красивой, и наши девушки это не исключение. Как вообще наше общество привыкло на них реагировать? Не с восхищением, а с жалостью. А задача нашего проекта и нашего действующего женского клуба «Рождённая побеждать» — научить их в том числе одеваться так, чтобы на них смотрели с восхищением, чтобы эту коляску, либо костыли, либо какие-то там еще физические там недостатки не замечали. Среди участниц этого проекта много девушек, которые занимаются рукоделием. Любовь Ерофеева, например, вяжет на спицах. Модели ручной работы занимают достойное место в ее гардеробе. Даже иногда моделирую сама, шью. Создаю модели из вязаных изделий. Если нет одежды, есть ткани. Если нет подходящего какого-то гардероба, его можно создать самой, своими какими-то усилиями. Поэтому я считаю, что надо все это менять. Весь этот взгляд. Девушка должна с расправленной спиной, высоко поднятой головой ходить и чувствовать себя красавицей. Встреча со стилистом – завершающий мастер-класс этого сезона. В следующий раз участницы проекта встретятся уже во время подготовки финального шоу, где к ним присоединятся девушки из других городов.